Привязка пультов. Процесс привязки пультов я покажу на примере пульта ПУ-212. Процесс привязки на пульте ПУ-212 аналогичен процессу на других пультах. Для этого необходимо иметь доступ к силовому блоку и к сервисной кнопке силового блока, а также к сервисной кнопке пульта. Процесс привязки выглядит следующим образом. На силовом блоке необходимо нажать кратковременно на кнопку. В ответ должен заморгать светодиод. После этого на пульте необходимо также нажать кнопку, светодиод должен загореться, и потом нажать тот сенсор, который необходимо привязать. А после передачи команды и приема ее блоком, светодиод начинает мигать чаще. Это свидетельствует о том, что блок принял команду с адресом и ждет подтверждения записи ее в память. Для подтверждения необходимо снова нажать на сервисную кнопку. После этого блок снова перейдет в режим привязки. Если же привязывать другие сенсоры нет необходимости, то последующим нажатием на сервисную кнопку блок выходит из этого режима. Все, теперь управление с пульта доступно. Для привязки канала сценариев процедура выглядит аналогичным образом. Мы снова нажимаем кнопку на силовом блоке, нажимаем кнопку на пульте и нажимаем сенсор сценария. Блок принимает команду, мы ее подтверждаем и выходим из режима повторным нажатием. После привязки сенсора сценария к блоку можно записать сценарий. Это выполняется следующим образом. Вы устанавливаете необходимый уровень освещения на силовом блоке и после этого нажимаете на сенсор сценария. В дальнейшем, вне зависимости от установленного уровня, нажатие на сенсор сценария вызывает тот уровень, который вы записали. В данном примере я покажу вам, как привязать два пульта серии NALIGHT к силовому блоку. Для этого необходимо иметь доступ к сервисной кнопке на силовом блоке. Чтобы войти в режим привязки, необходимо кратковременно нажать на кнопку. После этого должен заморгать светодиод. Далее необходимо нажать сервисную кнопку на пульте и нажать тот сенсор, который нужно привязать. После этого команда принимается силовым блоком, и он ждет подтверждения привязки. Мы подтверждаем, что мы хотим привязать данный сенсор. Далее не выходим из этого режима, так как хотим привязать второй пульт. Делаем аналогичную операцию на этом пульте. Нажимаем кнопку и нажимаем сенсор, который хотим привязать. Блок снова принимает команду и снова ждет подтверждения. Подтверждаем и эту команду. Далее я хочу записать два сценария, которые есть на этих пультах. Для этого я проделаю аналогичную операцию, нажимаю кнопку и нажимаю уже сенсор сценария. Блок также принимает, подтверждаю. И делаю такую же операцию с другим пультом. Нажимаю кнопку, выбираю светодиод и нажимаю сенсор. Блок также принимает этот сигнал и ждет подтверждения. Подтверждаю и еще одним нажатием выхожу из этого режима. В данном случае эти два пульта теперь привязаны к этому блоку. Мы можем в этом убедиться, понажимав на сенсор. Попробуем записать какой-нибудь сценарий на этот сенсор и на этот сенсор. Я выставлю уровень освещенности на половину яркости и запишу его на этот сценарий. Вот. Сценарий записан. Теперь при нажатии на эту кнопку будет вызываться этот сценарий. Далее на этот пульт я запишу сценарий, который будет выключать свет вне зависимости от того, в каком состоянии он сейчас находится. Для этого я выключу свет и также длительным нажатием буду записывать сценарий. Сценарий, как видим, записан. Теперь проверим два этих сценария в работе. Сценарий включить на половину яркость и сценарий выключить все.